Жертвоприношение можно будет совершать только в онлайн-режиме, подав заявку на сайте kurban2020.kz. Кроме того, нельзя будет проводить забой скота с автомашин и из частных домовладений. В этот же период будет приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации животных, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн. Забой скота будет проводиться в специально отведенных закрытых местах. Для соблюдения всех правил, что это жертвоприношение от определенного лица, будет вестись видеорегистрация. Все части мяса будут распределены среди нуждающихся. Доставку на дом организуют волонтеры. Выплата за кляпа является одним из столпов ислама, и его должен соблюсти каждый мусульманин по своему достатку. Нисаб равный стоимости 85 грамм золота. Это минимальный размер состояния, с которого необходимо выплачивать закят. Жертвенное животное должно достичь определенного возраста и не должно иметь каких-либо изъянов. Желательно, чтобы жертвенное животное было упитанным, большим и красивым. В жертвоприношение можно приносить овец и коз не моложе годовалого возраста. Допускается минимум 6-месячные ягнята, если они являются равными по весу годовалым овцам. А козы обязательно должны достичь годовалого возраста. Крупнорогатый скот не менее 2 годовалого возраста или верблюд 5-летнего возраста. Жамал Габдуллина, Алхамбек Манарбекула, Азамат Бекмагамбетов, Рахангер Мухамбетов, Кукше, Ахпарат.